Свидетельство страшных месяцев, которые пережил Донбасс под обстрелами, изучили немецкие парламентарии. Депутаты Бундестага прибыли с гуманитарной миссией. Привезли лекарства, оборудование для детской больницы в Горловке. Каждую неделю в Донбасс приезжают колонны из России, но важна любая поддержка. По словам немецких законодателей, гуманитарную помощь им пришлось также вести через нашу страну. Киев заявил, что не гарантирует безопасность. Побывала делегация в Донецком аэропорту, практически стертом с лица земли силовиками, и в Горловке жители, которые не могут забыть ночные атаки и бесконечную канонаду взрывов. Есть то, что не забыть. Это будет мне сниться. В Горловке мы увидели бабушек, которые живут в подвале разрушенной школы. Это были женщины, которые много работали в свое время. Они нам говорили: скажите людям в Германии, нужно сделать все, чтобы закончить эту войну. И во время выступления в Бундестаге у меня перед глазами будут лица этих бабушек. И я сделаю все, чтобы пришел мир. Реализацию минских договоренностей немецкие депутаты обсудили с представителями ДНР. Отмечают, Донецк демонстрирует четкую решимость следовать мирному плану.